С этой стороны такая же ситуация. Вот так вот. И шишки, и вмятины. Вот так вот. Сейчас рассмотрелся. Эта машина была деланная уже. Понаставили ребята наколов. Вот таким образом неаккуратно сделана работа. Ну, попробую исправить то, что возможно. Да, торопились мальчики, зайчики. Взяли вот так вот и скололи машинку бедную. Ну, я еще, конечно, учусь, но попытаюсь чуть-чуть тут подразбить. В общем, вот так вот у нас делают град, ребята, в Ставрополе. Очень быстро, очень качественно. Потом приходится поправлять. Вот. Не знаю, есть ли смысл так вот делать, чтобы после них пришлось переделывать. Ну ничего, я, как говорится, потренироваться. Иной раз интересно. И такую работу поделать.